Теперь нам надо проверить. Блокчейн в реальном все намного сложнее, да? Но мы проверим, грубо говоря, один блок. Итак, напишем функцию проверки. Но тем не менее, соображайте, ребят, сам по себе блокчейн не такой уж сложный, да? Потому что все делает все равно программа. Возьмем хэши блоков и вставим, возьмем за аргумент блоки. Аргумент. Дальше просто пишем функцию проверки. Итак, смотрим. У нас было prev hash, да? Возьмем, скопируем, чтобы то есть определяем предыдущий хэш, в начале у нас его нет. Теперь берем, делаем обычный цикл. For. Вбиваем, значится, сейчас прочитаем полностью. Это азы Python. Так. Вон он где. Блок, да, задействуем нашу. Итак, в цикле for мы берем наш аргумент блоки, сохраняем временно, во временную переменную блок, куда оно и будет подсчитывать. Теперь расписываем, что нам надо посчитать. Итак, временная переменная блок. Блок у нас будет принимать значение как раз строки предыдущий хэш. Присвоим значение, так и оставим предыдущий хэш. Присвоим значение предыдущему хэшу, да? Теперь, как вы видели, да, по сути дела, нам надо сериализовать, да, то есть перевести в формат JSON. Ну, сейчас мы вот эту возьмем, чтобы долго не писать, это просто-напросто, чтобы долго не писать, ребята. Поэтому я просто взял, вот так вот сделаю. То есть сериализация блоков, присвоим значение, здесь мы уже с вами знаем, да. JSON, dumps. Dumps. Далее, что мы будем сериализовать? Понятно, что будем сериализовать блок. То есть то, что сохраняется при подсчете, да, всех блоков, ведь оно будет считать 1, 2, 3, и это будет все сохраняться во временную переменную. Это азы, но все-таки думаю, что новички где-то там во временную переменную. Имя этой переменной для новичков, ребята, хоть Вася пишите. Ну, нам нужно надо осознанно. Поэтому временная переменная блок. Далее, ну, укажем еще некоторые вещи. Sort case. Все это вы должны уже знать. Истина. Indent. Ставим 4. И что нам надо указать? Абсолютно верно. Кодировочку. Энкоды. UTF-8. Так, это мы реализовали. Давайте дальше рассуждать. Итак, сериализовали. То есть уже наши данные готовы к передаче в формате JSON. То есть мы можем делиться с программами, написанными на совершенно разных языках, и они уже будут переводить в свои форматы. Следующим шагом нам надо что взять? Хэш написать, то есть зашифровать.
Давайте шифровать. Ну, где у нас там есть блок хэш? Чтобы мы опять сэкономить время. Вот так мы его назовем. Блок хэш, присвоим значение. Это мы используем, уже использовали библиотеку HashLib. Кодировочка США-256, да? Не кодировочка, а метод шифрования. И понятно, что в данном случае мы шифруем то, что перевели в JSON формат, да? То есть ну, в общем, я любой возьму, а сейчас переделаю на этот, чтобы там не искать и не писать вручную. Вот так. Мы сериализацию блока вот это переводим. Вы уже из предыдущих примеров это, я думаю, уловили. Теперь добавляем метод, на который у вас тоже было домашнее задание. Я уже не буду его писать, выписывать, да, я его просто скопирую. Так что где-то что-то упустили, ребят, сразу возвращаемся назад. И теперь нам надо понять, то есть у нас образовалось две вещи, то есть, смотрите, предыдущий хэш, да, предыдущий хэш-код, который будет переводиться, и блок хэш, да, приравняем это все. То есть prev хэш присвоит значение блок хэш. Так, где-то он у нас далеко. Ну, поэтому... Так. Вот он. Чтобы не писать. Блок хэш. И теперь нам надо вернуть нечто. Под циклом for пишем вернуть. И понятно, что возвращаем, что мы возвращаем, блок хэш или prev хэш. Ребят, смотрите. Смотрите, давайте рассуждать, что надо возвращать. Предыдущий хэш. Ну вот, смотрите, цепочка блоков. Первый блок, второй. Второй что должен считывать? Понятно, предыдущий хэш. Просто если мы посмотрим первичный блок, то видите, мы указываем, что предыдущего хэша нету. И оно везде по умолчанию, да, нету. Но ведь в цикле for, когда подсчитывается, мы уже в функции то определяем. Поэтому, конечно же, возвращаем предыдущий хэш. Отлично. Наша функция написана. Теперь давайте, нам осталось в следующих двух уроках посмотреть оригинальный хэш, что будет происходить при взломе, да, и мы должны прийти к тому, а что еще нам понадобится в блокчейн.